Детский сад «Солнышко» города Ясиновато не раз подвергался обстрелам со стороны украинской армии, но даже в тяжелый период продолжал свою работу. Здесь неоднократно меняли стекла, которые выбивало взрывной волной, производили отделочные работы. Коллектив ни на день не покидал детское учреждение. Наш садик подвергался трижды обстрелом, и были очень серьезные повреждения, было нарушено остекление полностью 100%, проводили остекление, и некоторые разрушения были по хозяйственным зданиям, там была повалена труба от котельной, ну, воронки в районе садиков вот так вот по кругу есть. На данный момент садик посещают более 70 деток, но желающих отдать сюда своих малышей гораздо больше. Благодаря помощи благотворительного фонда Екатерины Губаревой при содействии депутата Народного совета от фракции «Свободный Донбасс» Сергея Рубина в детский сад номер 10 доставили печенье и сушки, которые будут распределены между несколькими детскими учреждениями. Мы получили вот сушка и печенье. Это для деток наших очень важно. Они очень рады сейчас малейшим там каким-то и булочкам, и этот сладостям деток. Это очень большая поддержка для наших деток, поэтому очень огромное спасибо. Мы очень благодарны. Сегодня от благотворительного фонда Екатерины Губаревой при содействии Сергея Рубина была доставлена гуманитарная помощь в садик номер 10 «Солнышко» города Ясиноватое. Помощь в виде сушки, печенья. Этому садику, так как вот неоднократно подвергался артобстрелам, и решили как-то вот порадовать детишек, потому что они сейчас сладостям очень рады, то есть вот они как-то вот для поднятия настроения решили сделать вот такое вот доброе дело. Кристина Крымова, Вячеслав Богайчук, специально для Новороссии ТВ.